Шеф-повар Максим Григорьев. Делисьес, сырные крокеты. Предлагаю вашему вниманию очень вкусную и быстро готовящуюся закуску. Эта закуска получается легкой, воздушной, с хрустящей корочкой и отлично подойдет к вину или пиву. Продуктов здесь минимум, а удовольствия максимум. Делисьес – это блюдо французской кухни. Готовится из твердого сыра и куриных белков, с добавлением соли и черного молотого перца. Делисьес необходимо подавать в горячем виде, с различными соусами. Время приготовления – 5 минут. Ингредиенты. Белки куриные 2 штуки. Масло подсолнечное нерафинированное 100 мл. Панировочные сухари 4 столовые ложки. Перец черный молотый 3 щепотки. Соль 2 щепотки. Сыр твердый 100 г. Шаг 1. Для приготовления нам понадобится твердый сыр, куриные яйца, панировочные сухари, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное. Шаг 2. Куриные белки отделить от желтков. Белки вылить в глубокую миску. Добавить соль. Шаг 3. Взбиваем белки с помощью миксера в крепкую пену. Шаг 4. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Добавить тертый сыр к белкам. Добавить черный молотый перец. Шаг 5. Смешиваем белки с сыром в однородную массу с помощью столовой ложки. Шаг 6. Из готовой массы формируем шарики, средние или маленькие. Шаг 7. Обваливаем каждый шарик в панировочных сухарях. Шаг 8. В казане раскалить подсолнечное масло. В раскаленное масло выложить шарики, обжарить до золотистого цвета. Шаг 9. Готовые шарики выложить на бумажное полотенце. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.